будем делать только один тип вина. Все остальное нас не интересует. Это сухое, столовое, натуральное вино. Категория определения, что такое сухое, натуральное вино. Какой Бог дал в этом году сахар в винограде, получили сок, он выбродил, получилась какая-то крепость в вине. В этом году сахар выше, крепость будет выше, ниже, но что-то корректировать, регулировать по ходу изготовления запрещено. Это единственное вино будет называться столовым натуральным. Но и оно имеет свои подтипы. Такое вино может быть ординарным. Что такое ординарное вино? Выработали, отстоялось, обработали, профильтровали и разлили в бутылку. Оно не видело ни подвала, ни бочки. Это вино ординарное, как бы вино одного года. Если вино после выработки опускается в подвалы, в дубовые бочки на полгода-9 месяцев, оно переходит в ранг вытриманных. Это написано на этикетке. И первый, и второй подтип называются по сорту винограда. Рислинг ординарный, рислинг вытриманный. Если вино в бочке выдерживается белое не менее 1.5 года, красное полных 2, оно переходит в ранг марочных. И тогда носит другое название. Из рислинга через 1.5 года выдержки будет на Днепрянске. Сорта винограда Алигате Перлина Степу и сорта винограда Каберне Савиньон, красный сорт винограда, после 2-летней выдержки будет оксамит Украины.